Рискованная затея, но к тому времени, когда до него дошло, я уже... Нейт, ты меня вообще слушаешь? Внимаю каждому слову. Только зря воздух сотрясаю. Ты правда думаешь, что Фрэнсис Дрейк забрался в эти края? Отсюда до Англии далековато. Ну? Я не вырубаюсь. Судя по координатам, это прямо здесь. Может, ты просто не так смотришь. Дай сюда. Нет, мы на месте. Тут ничего нет, Нейт. Опять мы зашли в тупик. Тихо, Салли. Расслабься. Давай лучше осмотримся. Да. Все равно, что искать невесту в борделе. Ну, вот это я понимаю. Кто это построил, Инки? Не, кто-то до них. За пару тысяч лет до них. Нашел что-нибудь? Пока ничего. И поаккуратнее там. Эй, там земля как-то странно выглядит. Там пусто. Так, надо тут чем-то пробить. Молодец, парень. А, тут без фонариков. О-о-о! Милое, уютное местечко. Не совсем то, чего ты ожидал, да? Да. Ну и где все золото? Отсюда все вынесли много веков назад. Вшивый британский пират. Это сделал не Дрейк. Посмотри. Испанцы побывали тут еще до него. Ты чего, Салли? Нет, не нужна мне эта дурацкая железка. Я в долгах, как в шелках. Я рассчитывал, что нам повезет. Что, ты все пропил в барах Лимы? Да, и
Плюс пара неудачных сделок. Я всегда говорил, держись подальше от плохих парней. И плохих девчонок. Да? Кто бы говорил? Это ты о чем сейчас? Та репортерша. Видал я, как ты на нее пялишься. Елена? Перестань. После того, как мы ее бросили, мне явно ничего не светит. В любви и на войне все средства хороши. А если одно не отличить от другого? Тогда, мой друг, у тебя проблемы. Эти испанцы даже не прибрались за собой. Осторожно, Нейт. Высота немалая. Это уж точно. Надо как-то перебраться. Ну-ка, дай я. Я придержу, а ты найди, чем бы ее подпереть. Все, отпускай. Наверное, выдержит. Быстрее, Салли! Что-то ты не рассчитал. Будем надеяться, что тут есть черный ход. Знакомо выглядит. В записях Дрейка что-то такое было. Ага, нашел. Видимо, это что-то вроде лампы или жаровни. Попробуй ее зажечь. Ну вот, ты ныл про мою сигару, она, видишь, пригодилась. Что теперь? Нейт, 30 назад я бы, наверное, так смог. О, боже мой, нет! Пойдем.
И что теперь? Что это, по-твоему? Стоп, я узнаю эти символы. Порядок этих знаков имеет значение. Да, там сбоку вроде бы лестница. Жди тут, я слазаю. Ладно, будь осторожен. Только поосторожней там. Уже что-то. Ты же не собираешься плавать в этой жиже? И не в таком плавал. Я весь промок. Получилось! Я перебрался! Сможешь открыть? Блестяще! Сейчас разберемся.
Ну и конструкция. Я добрался! Я живой! Ага, кажется, мы близки к цели. Ну еще бы, после такого. Построили вокруг нее. Вокруг чего? Статуи. Золотой статуи. Огромной золотой статуи. И посмотри, тут люди этой штуке поклоняются. Ну, вроде бы люди. Ну, конечно. Эльдорадо, золотой человек. Салли, это не золотой город, это он, золотой идол. Эх, представляешь, сколько бы он теперь стоил. Тут следы, смотри. Наверняка испанцы его на бревнах вытащили. Ха. Мы опоздали на 400 лет. Значит, это все. Похоже на то. Вот черт. Но можно? Можно что? Пойти по следам. Тут след прервался. Судя по всему, они взорвали заднюю стену храма. Ага, сократили себе путь, чтобы было проще вынести добычу. Класс, и что дальше? Салли, ты слышишь? А вот такое не каждый день увидишь. Боже. Поднялись по реке в паводок и застряли. Пошли, посмотрим. Нет, стой, стой, стой. Как-то это все слишком чудно. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джунглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай, так и сделаем. О, стоп, стоп, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Ладно, легких путей мы не ищем.